guys. Мы уже здесь были. We're going in circles. Yes. А, вы уже заходили здесь? Да. Петь. Okay, let's go. Пол. Давай. Look. Ты wanna turn this one? Петь, смотри, вон, колесо. Смотри. Колесо. Steering wheel. Okay. Пол. Петь. Паш. Вылезаем. Here. I'm here. Паш. Да. Смотри, steering wheel. Паш, be careful. Let's go this way. Down the stairs? Okay. But be just careful, okay? Hold on to the rails, okay? Еще дверь. А что там? Паш, туда нельзя, только можно заглянуть, залезать не надо. Open. This one open? Are you sure? Yeah. Паш. What is this? It's a sleeping room. It's a bedroom. Bedroom for the crew. Look, Паш, look. This is a kitchen. Kitchen for the crew. Oh, bedroom and kitchen. Bedroom and kitchen. Yeah. For the crew. Паш, туда нельзя. Паш. Паш, сюда нельзя. Let's go. Вот здесь не закрыто, сюда, наверное, ну не знаю. Там, там висит вообще-то, это спальня, А вон туда, we didn't go over there. Еще, да, давай. Вон туда, давай. Окей. What? It's a goodness. On the top, they were sleeping here. Yeah. It's a bunk beds. Bunk beds for the crew. Sailors were sleeping here. It's a bunk bed. You wanna help? Hey, do you wanna help? Yeah. Это шестеренки, которые поворачивают якорную цепь. А на цепи якорь. Смотри, какая цепь толстая. Backwards. Паш, slow down, Паш. Окей? Turn to bed? Да. You're going back? To the bed. To the bed? They don't do bed. Пошли. Пошли. Yes. Мама. В носу корабля. Bunk beds. Вот. Да, вот это вот двухэтажные такие кровати. Встроенные для моряков. Bunk beds for the sailors. А это окошки, да? Письмо открыт. Ну что, не открыто? Вот это открывается, а это, наверное, не открывается. Паш. Он Паш идет. Петя, вот то открой, это не открывается, наверное, сломано. Да. Да.
Надо покрутить и откроется? Да, откроется. Папа, он на мамонту. Папа, он на мамонту. Надо помочь? Ты тоже хочешь залезть? Я.